уважаемые друзья, всех рад приветствовать. Наверное, надо микрофон, да, говорить? Микрофон. Сейчас. Все, включил. Уважаемые друзья, всех вас рад приветствовать. Спасибо большое руководству Союза журналистов, что второй раз меня приглашают в Сочи. Первый раз был, соответственно, год назад. Очень много внимания уделил китайскому интернету, китайским медиа, китайским СМИ. Наверное, вкратце надо сказать то, что было. Если кому-то интересно, это видео я выложил на свой YouTube-канал. Есть годичное видео, годичной давности, там достаточно подробно, такой информативный материал. Наверное, нужно начать с того, что, если мы говорим о государственной пропаганде, есть такие мифы, достаточно крупные в нашем пространстве, они касаются того, что все СМИ и медиа в Китае государственные, там царит такой авторитаризм, тоталитаризм, полностью государство свои щупальца 100% контролирует все СМИ, это не так. В прошлый раз я об этом говорил, достаточно упомянуть, что в Китае есть независимые СМИ, частным образом бюджетирующиеся. Например, такое издание, как Цайсин, это все есть в предыдущей лекции, это китайский коммерсант, таких примеров очень много, в том числе на региональном уровне. И второй момент, это то, что соцсети китайские, это тоже не государственные все компании. Это касается и ТикТока, который в Китае называется оригинальным названием Douyin, это частная компания. Это касается, значит, мессенджера WeChat, который тоже параллельно является определенным медиа, потому что можете публиковать моменты какие-то, это стена ваших новостей, тоже частная компания, 100% частная. Это касается Weibo, это китайский такой гибрид между Facebook и Twitter, тоже самая частная компания, ну вот принадлежит, однако, зятю предыдущего генерального секретаря Ху Цзиньтао, но тем не менее она частная. И, конечно, на этом фоне встает вопрос, действительно ли, насколько глубоко китайская государственная пропаганда влияет на СМИ, и насколько она действительно вот тоталитарна, авторитарна и так далее, и стоит ли нам, соответственно, как-то вот учитывать те слухи и, там, скажем так, мнения, стереотипы, когда мы, ориентируясь во многом уже отходим от атлантизма, от ориентации на Западную Европу, на США, и начинаем ориентироваться на Китай, и стоит ли руководство с этими слухами, наверное, не стоит, и надо выяснять действительно ситуацию с деталями, как все обстоит на самом деле. Сегодня я не буду заострять внимание на самой непосредственно, значит, какие СМИ частные, какие государственные. Все это разобрано, партийные СМИ, это все в прошлый раз на YouTube-канале подробно разобрано. Сегодня будем обсуждать, как устроена китайская госпропаганда и что в ней поменялось с точки зрения внутренней политики. Потому что всегда пропаганда – это отражение тех правящих группировок, то, что реально те, кто находится у власти, они подстраивают под себя пропаганду. Начнем с такой вот важной вещи, что, соответственно, и Министерство культуры и туризма, и, соответственно, управление по телерадиовещанию, они подчинены, соответственно, непосредственно отделу пропаганды Центрального комитета Компартии. То есть чиновники этих ведомств, руководители исполнительной власти, они являются заместителями начальника отдела пропаганды Центрального комитета Компартии. Но это не самое главное лицо, которое принимает решения в этой структуре, вообще в государственной пропаганде. Все замыкается на одного из членов постоянного комитета Политбюро Коммунистической партии, ЦК Коммунистической партии Китая, один из семи членов, самых ведущих политиков, самых главных политиков. Это, ну, такой малоизвестный, он нигде в прессе в российской не фигурирует, такой Ван Хумин. Человек, который привели к власти во время, значит, шанхайская группа, один из генсеков Дзян Цзиминя, на него замыкается комитет по духовному и цивилизационному строительству, который был создан в 1997 году. Это такая рабочая группа в составе ЦК, которую руководит Ван Хунин. В нее входит и начальник пропаганды, и, соответственно, все его заместители и многие другие лица. То есть вот этот вот орган, он определяющий в идеологии коммунистической партии современной, в ее деталях, нюансах и так далее. И, соответственно, вы заметили слово и духовный, и цивилизационный строительство, да, то есть речь идет о более таких важных вещах, чем просто идеология, да. Ну вот Ван Хунин контролирует эту, соответственно, группу деятелей, руководителей. Сейчас заострять внимание на личности Ван Хунина я не буду. Все это есть подробно в моей книге изложено. «Китайская власть» вышла в этом году в начале. Там есть биография, тонкости, нюансы и так далее.
Кому интересно, можете посмотреть оглавление в интернете или купить и так далее. Значит, что касается конкретики, да, значит, в чем, почему сила государственной пропаганды, это четвертая власть нас называют, я на самом деле считаю, что вообще первая власть, это не из-за того, что хочу угодить журналистам и союзу журналистов и так далее, это реально люди, которые определяют духовное строительство и задают, соответственно, вектор развития общества в будущем, а не являются обслуживающим персоналом власти, наоборот, все обстоит на самом деле наоборот. И конкретный пример. Вот есть Си Цзиньпин, это руководитель современного Китая. Его отец Си Цзиньсюнь полтора года возглавлял отдел пропаганды Центрального комитета Компартии. То есть в его многочисленных постах есть и такой пост, занимал он его в 1953-1954 году. Это был период как раз острой борьбы между, соответственно, сторонниками, сталинистами в китайской власти, к которым относится, соответственно, Си Цзиньсюнь и непосредственно Си Цзиньпин, как его сын, и, соответственно, сторонниками Мао, которые в конечном счете выбрали американский курс Китая. Группа эта тоже описана, все в книге это есть. Значит, до этого отдел пропаганды возглавлял с 1943 по 1952 год отец одного из секретарей комсомола китайского, о борьбе комсомола и армейской группы тоже очень много рассказываю и в своем YouTube-канале, и в книге, и так далее. То есть это системная структурная борьба с проамериканскими элементами, ну, условно, проглобалистскими, и, соответственно, суверенными армейскими. Она вот дошла, достаточно давно шла. Будущий отец будущего секретаря комсомола Лухао, он сейчас возглавляет Министерство природных ресурсов, Лу Диньи, он возглавлял, соответственно, пропаганду 23 года с перерывом на Си Цзиньсюня. 1953-1954 год, до 1966 года, вот, соответственно, этот человек возглавлял пропаганду. Почему это важно? Это в целом говорит о том, что чья группа возглавляет пропаганду, чья личность, соответственно, кто возглавляет пропаганду, соответственно, туда этим курсом и развивается идеология коммунистической партии, ну и, соответственно, удерживается власть правящей группы. Значит, фактически после Лу Диньи, соответственно, возглавлял пропаганду Каншен. Мы все его, наверное, многие знают, кто постарше этого человека. Это один почти человек, который входил в банду четырех, он в конце отказался от связи с Цзянсин. То есть это самые одиозные деятели культурной революции. То есть во время дезорганизации китайской власти, 70-75 год, все мы знаем его как руководителя спецслужб, как китайский Берия, даже у нас есть такой вот Усов, который написал книгу «Каншен, китайский Берия». Ну вот Берия, я возглавлял пропаганду 5 лет, да, то есть это, что говорит очень важное в пользу именно государственной пропаганды конкретно в Китае. Как только Каншен умирает, в 75 году за год до смерти Мао, пропаганду начинает возглавлять непосредственно первый начальник Си Цзиньпина, это Гань Бяо. И это его пост был первый после длительной опалы. То есть как только уходят промао-цзэдуновские, проамериканские, соответственно, деятели из руководства Компартии, сразу же приходит туда армейская группа. Потому что Гань Бяо впоследствии министр обороны. Да, и это непосредственно человек, который воевал с отцом Си Цзиньпина, Си Цзиньсюнем. Снова власть пропагандистская переходит в армейскую группу. Непосредственно, значит, что делал Гань Бяо до того, как, после того, как возглавил пропаганду, он возглавлял комитет по внешним связям Коммунистической партии Китая, ЦК. Это функция и внешней связи, и внешний политический, соответственно, это разведывательный орган. Он был послом в Швеции, в Пакистане, в Бирме и в Албании. То есть вот такой вот деятель, ну, непосредственно первый начальник Си Цзиньпина в дальнейшем, да. Си Цзиньпин был, первый его пост, это помощник непосредственно министра обороны Китая, то есть тоже представитель, соответственно, армейской группы. Что произошло непосредственно, почему, вот что сейчас происходит, сегодня буквально появилась новость, и неделю назад еще одна новость, две новости. Первая, значит, сегодня канцелярия Центрального комитета вместе с канцелярией Госсовета, это правительство Китая, выпустили заявление о построении цивилизованного интернета, то есть в борьбе с разными этическими искажениями, с тем, что в китайском интернете господствует то, что и у нас господствует, блогеры, которые там условно хайпятся на всем негативном и так далее, и прочим другом. Да? То есть появилось такое постановление о создании цивилизованного интернета. И неделю назад появилось постановление или, скажем так, рекомендации отдела пропаганды ЦК о создании, о регулировании сферы масс-культуры. Да? Значит, что, почему эти, во-первых, два непосредственно постановления появились и что они регулируют? Вы, наверное, все прочитали, какую так или иначе читали новость, что стало очень популярным в наших интернетах, как говорят, да,
что в Китае начали запрещать, значит, фактически вышло постановление запрещающее женоподобных мужчин в эстраде, значит, запрещающие этические отклонения. То есть все это процветало в Китае, несмотря на то, что мы все говорим про то, что там коммунистическая партия, коммунистическая мораль и так далее. На телевидении, в блогах и так далее все это процветало. И только сейчас, неделю назад и сегодня, появляются два таких постановления, которые просто будут это все выкорчевывать. Некоторые алармисты начали говорить о том, что в Китае началась новая культурная революция. Это не совсем так. Да? Значит, почему Си Цзиньпин пришел к власти в 2012 году, а выкорчевывать все вот это вот, значит, разных там, не буду упоминать суе аналогов России, да, почему начали только сейчас, почему только сейчас озаботились о морали общества, а почему сейчас только начали это все делать? А потому что руководители государственной пропаганды, Министерства культуры и указанного управления по делам телерадиовещания, они пришли к власти только год назад. То есть потребовалось 8 лет власти Си Цзиньпина, чтобы вытащить, грубо говоря, вот эти все вещи, которые были, остались им от предыдущего проамериканского генсека Ху Цзиньтао. Если говорить конкретно, то с 97 года по 2018 год отделы пропаганды возглавляли два человека. Это, значит, Лю Юньшань и Лю Цзибао. Оба это руководители комсомола, да, то есть Лю Юньшань — это бывший заместитель секретаря комсомола внутренней Монголии, одиозный очень деятель, да, и, соответственно, Лю Цзибао — это один из руководителей ЦК комсомола, да. О чем это комсомол, многие знают, кто-то слышал, об этом я подробно разбираю в книге. Это проамериканская организация, которая фактически отстаивает интеграцию с Соединенными Штатами, и вот от предыдущего генерального секретаря до 2018 года пропаганду возглавляли деятели комсомольские. Естественно, говорить о том, что там они навязывали бы коммунистическую мораль какую-то и так далее, этого не было. И при них это все расцвело. То есть все вот эти, соответственно, кей-поп-звезды и блогеры, которые говорят о чем угодно, соответственно, ну, вовлекают, соответственно, тоже и в эти телешоу и так далее, там, несовершеннолетних, то есть все те явления, которые, скажем так, ну, как минимум сомнительны с точки зрения воспитания морали в обществе. Это все расцвело при них, и только в 2018 году меняется руководитель пропаганды. Внимание, на кого меняется? Меняется, приходит Хуан Куньмин. Хуан Куньмин – это человек, который начал свою карьеру в Народно-освободительной армии Китая. То есть в этой системе смены руководителей не существует никаких иррегулярных вещей. Все конкретно регулярно. То есть армейская суверенная группа приводит своих деятелей, деятелей пропаганды, комсомол проамериканский, своих деятелей пропаганды. То есть вот Хуан Куньмин – это человек, который вот пришел в 2018 году, только возглавил отдел пропаганды. Соответственно, после потрясений ковида в августе 2020 года меняется министр культуры. Министр культуры тоже, соответственно, новый, это заместитель Хуан Куньмина, никакого отношения к комсомолу не имеет, и меняется глава управления, соответственно, телерадиовещания. Тоже человек, не замеченный в порочащих его связях. То есть это люди пришли, которые меняют сейчас повестку. Они меняют ее сейчас, когда конфликт с Соединенными Штатами обостряется. И это не просто, скажем так, какая-то фигура речи, это реально регулярная, показательное изменение руководителей пропаганды. Значит, последние вот это вот неделю назад вышедшие регулирующие нормы или рекомендации отдела пропаганды ЦК, они конкретно говорят, что деятели искусства не должны бороться за повышенные зарплаты. Они не должны исходить из целей хайпа, да, какого-то, да, и они у кого не должны действовать литворно, влиять на молодежь и снижать моральные нормы. То есть, ну, такого раньше не было, во-первых, таких заявлений, постановлений для широких народных масс. А во-вторых, как бы, это говорит о том, что проблемы морального, этического характера в Китае, они достигли определенной глубины и масштабов, когда они начинают с ними бороться. Масштабов они почему-то достигли при либеральном курсе и либеральных руководителях пропаганды. То есть сейчас с этим все начинают бороться и, соответственно, как-то это все менять. При этом очень интересно, что пропаганда или вот это цивилизационное духовное строительство, оно в Китае объединяет все сферы жизни и воздействия массово. Это и телешоу, это и интернет, социальные сети, это онлайн-игры, в которые играют там десятки миллионов китайцев. Все, со всем этим все это связано. Ну, если кто-то слышал, интересуется темой Китая, то Синьхуа вышла статья, которая называется «Игры – это такой же духовный опиум, как раньше был опиум во время опиумных войн». То есть, по сути дела, то, что уничтожает китайское население. Ограничено количество времени, которое может проводить несовершеннолетние дети в игровых залах,
Это отдельная большая история, что такая игровая индустрия в Китае. Это не как один человек сидит за компьютером, World of Tanks играет, да, это огромные залы, мероприятия и так далее, и с этим борются. Значит, все это объединено в единую такую систему. И один такой момент очень интересный, который касается, почему не одно постановление, а два. Потому что сфера социальных сетей, она подчиняется Министерству по промышленности и информатизации и отдельное ведомство, которое контролирует интернет, оно включено в него. И, соответственно, у полиции тоже есть подразделение, которое борется с экстремизмом в социальных сетях. Это касается того, что почему два постановления. Первое постановление от отдела пропаганды, второе, соответственно, от Министерства по промышленности и информатизации, оттуда идут корни. Но все в итоге, все эти оба постановления, они уходят к одному человеку, Ван Хунину, члену постоянного комитета Политбюро. А понятно, что пропаганда, она ведется, борьба вот с этими всеми явлениями, она комплексная. То есть принят новый гражданский кодекс. В нем отдельно появилось, в 2020 году он вступил в действие, в 2021 году, 1 января, значит, в нем отдельно есть блок про защиту репутации. Она касается СМИ, этот блок касается СМИ, и конкретно вводится в правовое поле защита репутации тех или иных деятелей и наказание для СМИ. То есть это вот, соответственно, введено в правовое поле. Отдельно введено также отдельной строкой защита чести героев революции и гражданской войны. Тоже это отдельная тема для Китая, наши деньги переводить, то это то же самое, что герои Великой Отечественной войны и так далее. То есть это отдельно при Си Цзиньпине этому уделяется внимание. То есть, если так коротко резюмировать, о чем идет речь, что фактически после прихода к власти Си Цзиньпина еще 10 лет, почти 10 лет, 8 лет пропаганда, культура, СМИ находилась в руках людей оппозиционных Си Цзиньпину и другой совершенно курс отрабатывающих. И только сейчас, когда вот этот очень острый конфликт уже налицо между Соединенными Штатами и Китаем, эти действия выходят наружу и реально меняются руководители пропаганды. Только сейчас пропаганда стала в руках Си Цзиньпина. То есть мы можем говорить о том, что если сейчас ничего коренного не произойдет в Китае, никаких изменений, то в дальнейшем это будет только усиливаться. Вот этот патриотический тренд, тренд на установление нормальной морали и искоренение вот этих всех явлений. Кроме этого, что можно еще добавить? Значит, с 1 сентября этого года во всех средних школах Китая введено изучение отдельное идеи Си Цзиньпина. То есть это вот также отдельный такой момент, о котором часто говорят, но это, скорее всего, не говорит о том, что Си Цзиньпин начал доминировать как Мао Цзэдун, а, скорее всего, это говорит о том, что накал борьбы именно в пропаганде между условно прозападными элементами в Китае и суверенными патриотическими, он только набирает обороты, и будем наблюдать разные явления вот в этой пропагандистской борьбе.